ванночки. Именно когда ты от ванночки дуешь, они так все. Вот так раскрывается. На стене. Смотри! Мне семечки. Смотри! Пушинка. Да, Миля, семечки прилетели сюда, потому что кто-то... Миля, семечки прилетели сюда, знаешь, почему? Как? Потому что ты сдуваешь их, они, семечки разлетаются на кусочки, и сюда туда они падают, и не могут потом взлететь, тогда они уже вырастают. Правильно? Да, сюда прилетела, видно, семечка, здесь капает вода, и она вырастет. Ой, смотри, да, здесь капает. Смотри, пушинки. Здесь капала вода. Пушинки маленькие. Мам, здесь капала вода. Пушинки маленькие. Пушинки маленькие, правда. Это семена снова прилетели. Да? Да. Сейчас вырастет. Это правда! Вода чуть-чуть там, тогда бы... Выросло. На тебе выросло бы дерево. Семечки. Нет, нет, цветочек вырос бы на тебе. Одуванчик. Эмилия, ты ковыня. Покажи, дай я посмотрю. Эмилия, ты ковыня, это может тебя вырастить, правильно, мам? Давай. На Эмилии вырастет одуванчик. Эмилия, одуванчик. Миля-дуванчик. Все, наконец-то уже у детей тут было про одуванчик. Или не все сыграли? Ой, Миля. Бегу! Пошли. Это не просто перо, это... Еще не перо! Нет, это цветы. Цветы опали. А это перо, да, это даже не перо, это кусок птицы. Это, наверное, птицу скушала кошка. Перо не захотела есть, да? Перья, да, не съела. Да, вот так. Прыгнула куда-то вот здесь рядом. Потом вот так. Перышко разлетелось, да, все полные. Видимо, сюда. Да нет. Да, Миля, она у нее перо необычное, правильно? Да. Я слышу звук. Да жаль, это птица. Твоя птица. Наверное. Да, ну, так коты ее съедят. Ну, кто-нибудь. Ну, да, может. Вот коты вот так и разорвать. Я не могу, так как ты. Почему? Что ты? О, дай мне. Я хочу поиграть. Стоп. Подожди, стой.